Приветствую на нашем канале. И сегодня у нас будет распаковка всего лишь одной посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, мы начинаем. Разрежу вот здесь вот. Разрезал. И что же здесь такое? Что это? Это такой вот мешочек. Это вот такой вот мешочек. Мешочек Деда Мороза. Черный мешок с ткани замшевый. А тут. А, моя брошечка. Брошка. Брошка для моей мамы. А мешочек, походу, в подарок. Мешочек в подарок. Угу. Мешочек кож. Мешочек такой, кто замшевый. Замшевый. Здесь затягивается. Видите, как ночек не совсем приятный. Ну и брошка. Брошка в виде колибри. И с искусственными самоцветами. Сейчас откроем. Только где открыть? В общем-то. Сейчас посмотрим на вот эту вот брошку. Вот так вот выглядит она. Интересная брошка. Ну и замочек буквально. Угу. Брошка красивая, вместе с подарком мешочек. Угу. Мешочек по размерчику. Это, по идее, мешок для всех украшений. Ну что ж, сегодня у нас была вот такая вот посылка в виде брошки и мешочка для нее, который не совсем по размеру для этой брошки. Вот так вот. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Ну что ж, всем пока!